Всем привет, любители фильмов и видеоигр, с вами Quantum Mania. Ну что ж, два известных инсайдера подтвердили выход первого трейлера Sonic в кино 3 на следующей неделе, а инсайдер Daniel RPK дополнил эту запись датой выхода на 27 августа. Небольшой тизер был представлен, где Sonic и Tails поедают попкорн, а Knuckles врывается к ним и представляет логотип фильма. На данный момент был представлен дизайн Shadow в хорошем качестве на игровых товарах. Компания Paramount хоть и начала маркетинг, но все еще использует старые рендеры из двух прошлых фильмов. Вероятно всего, как говорил инсайдер, первый постер появится вместе с трейлером и будет использоваться в качестве рекламы. Появилась информация, что в Японии фильм будет называться «Sonic и Shadow Миссия в Токио». Это отсылает нас к основным локациям фильма и непосредственную связь с игрой Sonic X Shadow Generations. Много товаров по фильму вышло, начиная от игрушек, заканчивая одеждой и другими товарами. Еще всплыла информация о том, что Shadow после своего пробуждения будет пытаться найти Марию. Это уже большая разница между Adventure 2, где целью была месть всему человечеству. И возможно, сама арка будет продолжена в спин-оффе про Shadow. И главные события будут происходить в Токио, где находится капсула с ежом, и тем самым разнообразит локации в трилогии. Вышли даже надписи основного каста, пока без постера, где имеется надпись «Киану Ривз». Рендер Shadow уже вовсю красуется на коробках игрушек и более четкий на чашке. Кстати, и та сцена с битвой Shadow и командой Соника начинается немного по-другому. Сначала Shadow противостоит Knuckles'у, на что второй терпит поражение. Затем Sonic и Tails вмешиваются и тоже проигрывают. Ну что ж, ребята, очень сильно ждем трейлера этим вторником и делаем на него скорый разбор. Еще для многих фанатов анонсировали тестовые показы третьего фильма. Тестовый показ даст нам знать, насколько фильм прошел производство в плане графики и в плане истории. А кто меня досмотрел, спасибо за внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Quantum Mania. Всем удачи, всем пока!